11 функций в одном устройстве. Шинковка, блендер, кофемолка, соковыжималка. И это еще не все. Рассмотрим детально кухонный комбайн КТ-1395 от российского бренда Китфорд. А тут действительно есть на что посмотреть. В комплекте с моторным блоком идут комбайн с 5 ножами, мутовкой и толкателем из 2 частей, блендер, измельчитель для мяса с лопаткой, кофемолка, центробежная соковыжималка с контейнером для жмыха и контейнером для сока. Соковыжималка для цитрусовых, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Главная конструктивная особенность комбайна – у него один моторный блок, к которому присоединяются разные кухонные гаджеты. На корпусе блока находится электронная панель, которая управляет всеми насадками. Здесь есть кнопка включения, кнопка для импульсного режима, кнопки плюс и минус для выбора режимов. Мощность комбайна 800 Вт. Снизу на моторном блоке прорезиненные ножки для устойчивости, а сзади сетевой шнур длиной чуть больше метра. Теперь посмотрим на насадки. Чаши блендера, кофемолки и мясорубки сделаны из стекла. Их можно мыть в посудомоечной машине. Объем чашки для блендера – 1,5 литра. Объем чаши для измельчителя – 700 мл. Кофемолки – 200. Во всех трех устройствах стоят ножи из нержавеющей стали со специальной заточкой под каждую функцию. В крышках блендера и измельчителя есть отверстия. Можно добавлять ингредиенты прямо во время работы. В комбайне целых 2 соковыжималки для отжима сока из фруктов, овощей и зелени и для цитрусов. Классический конус с ребрами. В центробежной соковыжималке горловина достаточно широкая, чтобы в нее при загрузке поместились плоды целиком или крупными частями. Сок при отжиме собирается в специальный кувшин вместительностью 800 мл, а жмых в контейнер, который легко чистить. Сливной носик соковыжималки поднимается, чтобы остатки сока не капали на стол. Чаша комбайна пластиковая, вмещает 1,2 литра. К ней есть насадки для шинковки, терки, нарезки ломтиками и соломкой, для измельчения, пластиковый нож для жидкого теста и мутовка, чтобы взбить яйца, крем или замешать соус. Подведем итог. Если задумались укомплектовать кухню всей необходимой техникой для готовки с нуля, на этот комбайн от Китфорд стоит обратить внимание. Он справится с любой обработкой продуктов, от фарша до свежевыжатого фруктового сока. Достаточно поменять насадку на моторном блоке. И место в шкафу займет меньше, чем все приборы по отдельности, и вся техника будет в одном стиле. А если, например, понадобится мясорубка помощнее, можно докупить только ее.